Здравствуйте, зрители, подписчики моего канала на канале Джека Фроста, Джек Фроста, Джек Фрост. Всем здравствуйте. Так, мы начинаем. Понятно, 2000 очков. Короче говоря, тут тема такая. Кто смотрел предыдущее видео, наверняка понял, что нам надо ехать это самое. До Парк Победы, там как-то развернуться, я не знаю. Блин, вот будет дикость, конечно, если будет разворачиваться на платформе. Или это, конечно, дикость будет. Потому что как бы дальше не позволено. Я не знаю, там сошел с рельс, короче, в предыдущем выпуске, я не знаю. Ну посмотрим, короче говоря. Как оно выйдет, игры, да уж. Единственное, придется, блин, автоинформатор перестраивать. Вот это, конечно, не есть хорошо. Ну посмотрим, я думаю, разберемся. Вот я и говорю, вот зачем, даже на картинках показано, на ограничительной линии стоят, я говорю, ребята, для кого это чертится? Потому что с нисходящим потоком просто снесет, естественно, там упадешь. Там метр залетает на 50 километров в час. И не знаю, как они тормозят, но, блин, это вообще... Ладно, посмотрим, как оно получится, не получится, я говорю, блин. Дай боже, чтобы все получилось. Так, пока мы не настроимся. Включим питание. Блин, вот елки-палки. Ну можно как бы с педалью бдительности поехать или нет? Да что такое, блин? Что-то уже начало. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Понятно, не
меня опять снова здорово. Этот. Маршрут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Деловой центр. Переход на станцию Выставочная. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Delovoy Center. Change here for Выставочная station, line 4, D1, and aeroexpress trains to Шереметьево Airport. This train terminates here. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Вот это, кстати, надо предупредить, когда мы на Победу приедем. Потому что, извините, но мне это... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да почему, блин, я не знаю, что за хрень. Два и три, подожди. Петровский парк. ЦСКА, подожди, выход. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да блин, да не интересно. Давайте перезагрузимся, не знаю. Да ну, да, автоинформатор нужен, конечно, без него никак. Для него дополнительные баллы дают, я не знаю, как хотя бы заработать.
И попробуем сразу настроиться. Да потому что можно как бы проехать без этого информатора, и тут как бы, как говорится, никто ничего не скажет, как бы, ну понимаете, как бы баллов не получим дополнительно. Так, еще раз. Так. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Я не знаю, друзья мои, как это происходит. Сейчас попробуем переместиться в другую кабину. Смотри, что тут у нас. Ну, в принципе, я не знаю, вот. Надо не смениться, что происходит. Сейчас посмотрим, что у нас в вагоне творится. Так, проверка дверей. Что такое, блин? Да горы пиликать-то, алло. Все двери проверили, все проверили, поехали. Так, да. Сейчас чуть не ДТП не организовали, блин. Все, поехали. Thank you.
минуты еще стоим. Да минуты еще стоим, я говорю, нельзя. Я в 30 секунд. Давай. Ну что ты тянешь, а? Женщины, не на подиум, давайте быстрее, а? Так, сейчас подожди. Ой, здрасте, мадам. Да извините, у меня тут навигатор, блин, что-то сбился через часть, секунду. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Минская. Да какая Минск? Минская. Уважаемые пассажиры, да, ты обкурился? Поезда, не забывайте свои вещи. Ты обкурился, что ли? Я понять не могу. Давай в начало, блин. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Да вашу мать, да как так-то? Ребята, у нас двери сломались. Зашибись. Вашу мать, перемать, подожди. Ай, блин, да я не знаю, сейчас. Я сейчас попробую. Да я вижу, что задница. Ну, что я могу поделать? Так, сейчас за команду подам, то что поезд дальше не пойдет по техническим причинам. Потому что, блин, доманал и эти двери, я говорю, задолбали они меня уже. Извините, поезд дальше не пойдет. Станция Савеловская. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход к Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессам в аэропорт Шереметьево. This is Савеловская. Change here for line 9D1. And air express trains to Sheremetyevo Airport. This train terminates here. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда, не забывайте свои вещи.
приехал. За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Все, дальше поезд дальше не идет. Ядрит Мадрид. Я не могу. Блин, вот, все хорошо. Вот надо было дверями сломаться. Ой, бляха-муха. Что тут не везет-то, а? Так, короче, проверяйте. Дверь мы не будем. Не знаю, блин. Может быть, эта техника с ума сошла. Может быть, это самое, блин, я не знаю. Ехал, все нормально было, блин. Ехал у нас тут трындец. Двери не закрываются. Да, короче, сейчас опять какая-нибудь ерунда с этим автоинформатором будет. Я не знаю, это пипец какой-то, не могу просто. Меня так выбешивает уже в этой вот ситуации внештатной, блин. Когда тут двери ломаются. Да я бы поехал, я говорю, блин, ну это ненормально. Извините, это в корне ненормально. Давай, давай, грузись, дед твою мать. Так, давай сразу автоинформатор. Так, сейчас. Да я. Да блин, да. Блин. Так, сейчас. Выбор маршрута. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да чтоб ты был здоров с своим Петровским парком, блин. Да я не знаю, кто загружает вот этот вот Петровский парк, я говорю, зашибись. Да потому что... Я не знаю, выкручивать. Ладно, сейчас, секунду. Не знаю, просто.
Это не то, это не это, блин. Я не знаю, блин, блядь. Сейчас. Так, сразу же. Так, сразу. Сразу маршрут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да выход нажми, я говорю, блин, вот, на панельке. Да принять, блин, иди твою мать. Ладно, еще раз перезагружаем. И, блин, да потому что я не знаю, загрузить ее нормально, блин, я не знаю. Работник метрополитена хренова, блин, я не знаю. Нахрен Петровский парк, я говорю, почему женщина-то, если сейчас мужским голосом должна объявлять, я понять не могу, что за хрень такая, блин, я вообще в шоке, я говорю, блин, вот понимаете, мне еще говорят, а что ты не учишь, да потому что я не могу смотреть на этот идиотизм, блин. Вы загрузите тот маршрут, который мне нужен. Потому что это парк Победы, а дальше я не знаю. Через пассажирами. Да я была в моей воле, я пролетел бы все станции. И ты пикнулся бы обратно, потому что ну серьезно, блин, ну. Не знаю, сейчас включим. Господи, что за рукожопы в этом метрополитене работают, я понять не могу.
метро-симулятор 2020. Ты сейчас подумаешь, ты что, я гоню. На метрополитенщиков или нет? Тут мы рассматриваем тут метро-симулятор 2020. Да конечно, вот блин, вот. Слушай, иди ты в Рим, а? Уже на Колизей хоть посмотришь, блин, своими глюками. Да? Да иди ты в Рим, я тебе сказал уже. Да чтоб ты с... Дух с своим Петровским парком, блядь. Здесь кнопка, я вернусь, блин. Спасибо. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да
Да возьми, блин. Да не знаю, я не заколебали уже, вот серьезно. Да выход нажми. F1. Где выход? Так, вот это вот. Да идиот, я не могу, блин. Ничего бы нет, мы еще раз рестартанем. Потому что я не знаю, ну правильную базу загрузите. Ну почему в первый раз-то получилось? Со второго раза, я говорю, сейчас еще что-нибудь сломается, блин. Я говорю, если сломается дверь, поедем со сломанными дверями. Я говорю, мне задолбало уже. Если честно. Стараешься, что-то, блин. Информатора поедем. Я говорю, ну а что делать? Я говорю, блин, ну реально, ну как это понять вообще? Как вот это вот понять? Я не понимаю, если честно. Я могу за 30 секунд настроить, но блин. Я говорю, какой Ломоносовский, какой, блин. Какой Петровский парк, блин? Да объясните мне, люди. Какой Петровский парк? Мы вообще с другой стороны ветки находимся, если чё. Так. Если что, блин. Ну давай, 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 нагрузи, Вася. Все, поехали. Так, сейчас попробуем вот так вот, нейтрально. Вот так вот вперед. Во время маршрута. И в начало.
Так вот это что у нас. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рассказовка. The next station is Рассказовка. Так, это что такое? Подожди. Да подожди, чёрт. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Раменки. The next station is Раменки. Ёханый бабай, так это получается... Станция Мичуринский проспект. This is Мичуринский проспект. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Поезд следует до станции Солнцево. This train terminates at Солнцево. Да чтоб ты был здоров, блин, с Солнцево. Я не знаю, блин. Дайте мне нормальный маршрут, я говорю, не надо мне идти. Ни Солнцева, ни Раменки, блин. Сейчас применим хитрость одну. Не знаю, сейчас попробуем. Давай. А, блок-то не включен, блин. Да, короче, я не знаю.
Подожди, вот это маршруты. Так, ладно, короче, блин. Ай, я не знаю. Сейчас поехали. Да хрена ластенько, блин, я говорю. Давайте еще раз перезагрузимся. Если что, как бы так. Поедем без этого информатора. Ну потому что. Ну блин, это пипец, конечно. Игра как первый раз загрузилась-то, я понять не могу. Сейчас я вижу. Солнцевские раменьки. Ребята, вы что там? Обкурились что ли? Я понять не могу. У нас раменьки солнцевские должны быть. Никак не наоборот. Давай вот так вот поступим к Б. Пока не помню включать, потому что не знаю. Может быть он реагирует на вот это вот переключение, не знаю сейчас. Да как вот объясни мне? Ладно, черт с ним. Поедем так. Блин, я задолбался уже, просто. Давай, я готов. Да, я готов уже, блин. Пытаюсь что-то настроить, но, блин, это пипец. Может тут что-то... В автоинформаторе, блин.
Сейчас перемещусь, подожди. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. The next station is Шелепиха. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Да, на смешке должен быть так. Выход. Да, четвертый маршрут. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. И куда нужно работать по первому маршруту? Четвертый маршрут, дай принять, где-то чуть... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Петровский парк. The next station is Petrovsky Park. Принять. Я не знаю, короче, сюда, ну, поехали. Ребят, ну серьезно, ну не получается, я не знаю почему.
Раменки. Следующая станция на Ломоносовский проспект. Осторожно, двери закрываются.
Ломоносовский проспект. Следующая станция Минская. Осторожно, двери закрываются.
Москве. Следующий парк Победы. Поезд следует до парка Победы. Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — парк Победы. Блин, ну ты прикалываешься или нет? Не знаю, блин. Ну поехали, я говорю, что делать?
смысла нет. Поэтому в данном участке, да. Давай, Рема. Давай, ёлки-палки, нам быстрее. Даже пофиг, ей не чищай. Давай, ну.
Иди ты знаешь куда. Так, отпустись. Да господи, где этот курсор? Да где эти, блин? Станция рассказа. This is Raskazovka. A light here for buses is to Mokova Airport. This train terminates here. Конечная. Выход с автобусом до аэропорта. Да короче, блин, я не знаю. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде следующем в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Да открой ты. Ты где? Да подожди, Минская, Минская, Хренинская. Сейчас, подожди. Да... Так, Н. Я не знаю, какого хрена, блин. Так, сейчас, вначале. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Сейчас. Так, здесь настроено, здесь нейтраль.
Кен. Я сейчас приеду, но... Бэм. Так, дальше смотрим. Да блин, да где это Backspace, но... Нейтраль. Так, тут что, окей. Так, теперь N. Давай. Да что ты? Блин, я не могу. Да поехали до Минска, ладно.
Господи, есть. Не бойся, я ее зажал, все нормально. Сломались окончательно. Хорошо, что они покажут вторые двери рабочие. Да хватит! Давай, господи, да. Давай, гости, ну где ты там?
почему? Сука, ты на это не кончается, я понять не могу. Гони ты, блин, Бермудский треугольник, иди твою мать. Сначала дай. Станция Ломоносовский проспект. This is Ломоносовский проспект. Да ты, блин, да ты обкуренная. Господи, я не знаю, ты дебил. Слава богу, работает игра. Так дверь не ломайте, пожалуйста. Я сейчас, подожди. Господи, ты... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Минская. The next station is Минская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Давай, 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 тренделка. Станция Минская. This is Минская. Уважаемые пассажиры, о подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы. The next station is Парк Победы. Ладно, так еще раз, да. Станция Парк Победы. Переход на Арбатско-Покровскую линию. This is Park Obedi. Change here for line 3. Так, ладно, короче. Не знаю, что я замутил, но ладно. Закрывается дверь, будь осторожен.
меня остановка нет обратного пути. Нет, это неловко. Давай, господи, но ты что опять за бермудский треугольник, а? Давай. Чё, я уже научился. Не скажу, как километр справляться. Я бдительно зажал на всякий случай, потому что хрен его знает. Давай. Давай, господи, но... Давай, ну пожалуйста, ну. Господи, я не знаю, с какой скоростью тебе ехать надо. Давай чувствую сейчас точно. Где этот чертов Ломоносовский проспект, я не знаю. Но сейчас будет не добор, что попало, мне говорю, зашибись. Давай. Ну давай, ну где тут станция, я? Дядя просто отдыхает. Ну где? Блять, да что ж такое-то, а? Едем, я не понимаю. Кого там?
вот она станция. Ну, давай поглючим, а чё б нет, да? На 3 минуты опоздать, я бы зашибись. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Шелепиха. The next station is Шелепиха. Да, неправильно она ли. Ну, открой ты. Молодец. Да ждем, ждем пассажиров, я говорю, я не знаю, что сейчас будет. Да жми, я не знаю, в начало нажми. Да просто по баллам, я говорю, блин. Станция Шелепиха. Переход на станцию. Да что ты, Московского центрального кольца. Выход к железнодорожной платформе Тестовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Шелепиха. Change here for Moscow. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Хорошовская. The next station is Хорошовская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Станция – Ломоносовский проспект. This is Ломоносовский проспект. Вон. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Минская. The next station is Минская. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Я не знаю, но на фамилии я говорю нормально. Ну потому что приходится вот так это объявлять, я говорю. Открывается дверь, будьте осторожны. Я говорю, как бы не я эту ситуацию создал. Все, поехали. Вот не надо ля-ля, а?
Я не срывал электрическое торможение. Да сейчас 150 снимут, это нормально. Потому что, понимаете, друзья мои, тут в чем загвоздка? В чем соль вопроса, как говорится. Без автоинформатора у вас будет недобор жесточайший по баллам. А тут настроено, а бы как, я не знаю, блин. Поедем. Раменки конечные, будьте внимательны. Давай, пожалуйста, ну. Давай 50 хотя бы выйдем. Ну давай поключим. Где-то ёб. Да иди ты.
один. Красавчик, еще новый. Что? Вот так не говори мне, ты же сейчас ты вылетишь. Он сейчас будет жесть, как она есть. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Да вниз сделай ты, детям. Раменки. Давай, 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 давай. Нормально. Прекрати эту запись. Станция Савеловская. Переход на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Выход конечно. Савеловскому вокзалу, первому диаметру и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. This is Савеловская. Change here for line 9D1. Раменки, поезд дальше не идет. Освободить вагоны. Конечная. Поезд дальше не идет. Просьба выйти из вагона. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. За нахождение в поезде, следующем в тупик, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность. Потому что извините, надо что делать? Давай, 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 ну. Давайся, блин. Господи, неужели мы прошли этот сценарий? Ну только не глюсь, поведи, я тебя прошу. Да блин! Ю-ю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 , ты чё? Карл, сейчас тебе... по бентрахину будет.
Yes! Да! Yes, 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 yes! Да, вот это вот я говорю, блин, выкручивались, как уж... Как могли выкручивались, просто я не знаю. Уж как мы выкручивались. Ну как могли, друзья мои, выкручивались, все, сценарий пройден, наконец-то, блин, я не могу. Это счастье просто. Это просто счастье, я говорю. Что там у нас еще осталось? И ладно. Кому выпуск понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Дед Фрост. Всем пока-пока.